Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Майнкрафт, карта FNAF 1. Ярик, поздоровайся. И всем привет. Сегодня у нас Ярик будет играть за аниматроника, а я буду охранником. Если тебе не кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. На карте стоит очень много аниматроников, они все разные. И среди них где-то есть Ярик. Да, Ярик? Хитрый жук. Да, да. Кстати, этот звук ты слышишь? Какой звук? Это аниматроник, наверное, издает? Да нет, нет, тут я вообще стою на месте, никуда не хожу. Ой. Так, подожди, только что здесь не было аниматроника, я это точно помню. Головы шевелят, может у них в руках все-таки что-то шевелится? Я слышу! Ты что, дурная Чика? Ярик, это ты, я знаю! Так, я насколько знаю, здесь еще даже есть подвал. Очень копия похожа на гаррисмодовские части. Ты что, ненормальная, что ли? Отвали от меня, ненормальная Чика. Блин, тут куча аниматроников, я боюсь здесь... Подождите, мне показалось, он тоже пошевелился. Нет? Кажется. Креститься надо. Так, а что у нас тут? Ого, их тут сколько! Ни финта себе. А так что у нас в ящике здесь? Так, алмазная мотыга. Да все, берем себе, пригодится. Эй, кто там? Эй, кто там двери щупает новые? Так, я не могу здесь ничего включить. Вот этот разработчик постарался. Так кто там? Ты чё, псих, что ли? Опа, он уже здесь. Вот он, я вижу. Так, очень стрёмный аниматроник. Надо на него смотреть. Он как-то исчезает. Рандомно бегает. Так, я бегу в свой офис. А, кстати, здесь еще есть игровой зал. Я вам сейчас покажу. Там тоже очень круто все проработано. Давайте сюда сбегаем. Здесь у нас уборщики стоят. О, балунбои. Здесь должна быть шкатулка. Уже не помню, да, вроде ее. Она здесь должна быть. А, вот же она. Здоровенная. Так, кнопочки. Игровой зал. Так, все. Ярик, я иду в свой офис. Хорошо, иди, иди. Буду защищаться до последнего. А, кстати, даже сзади есть стекло, где ты можешь пройти. Ну что, давай, нападай. У меня тут телевизоры есть. Странно, как-то они работают. Так, кстати, очень хорошо продумано сделано, что можно заглядывать. Так, я вроде вижу, там кто-то ходит. Ну, свет мерцает, да? Или так по карте просто сделано? Тут уже нельзя заглянуть. Эй, ты где? Неважно, где я. А где ты? Я слышу, ты где-то ходишь. О, тут свет мигает. Так, а тут что у нас? Ну, ты где? Я слышу, кто-то... О, вот ты! Ушел, 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 ушел. Черный челик. Ярик, а ты можешь телепортироваться или просто исчезать? Нет, у меня есть режим спектатора, это каждый аниматроник так может делать. А какой кнопкой? Ну, это можно даже делать без аниматроника, это в самом Майнкрафте. F3 плюс N английская. А-а-а, и ты можешь невидимый ходить просто и пугать меня? Эх ты, Ярик. Кстати, у тебя есть аниматроники, вроде Фредди и Фокси, они звуки издают прикольные. Поют песенки. Знаешь, что я думаю сделать? Нельзя, нельзя, Ярик. Я закрытый, у меня тут дверь освещена этой священной водой. Да, да, да. Не, я кое-что другое хочу сделать. Я хочу сделать с тобой вот сейчас вот тут звук один будет такой интересный. Я с тобой то же самое сделаю. Давай, покажи. Сейчас только подожди чуть-чуть. Кстати, играю, ребята, с шейдерами. Очень круто смотрится. В каждом ролике использую разные шейдеры, чтобы было бы вам интересно смотреть. Сейчас только чтобы же и этот... Чтобы же не испортить здание. Я же тут все-таки живу, я же не хочу остаться бездомным. Сейчас, 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 подожди. Я слушаю, никого нету.
что, через потолок ко мне лезешь? Нет, я как узнал. Ты ко мне копаешься, что ли? Ты новую вентиляцию делаешь на карте? Да. Я уже почти прокопался. Чуть-чуть осталось пару блоков буквально. Все, я сейчас уже буду прыгать на тебя. Хорошо, прыгай. Ярик, ну как ты меня нашел? Ну блин, отвали! Опа! Я запрятался! Типа заныкаться можно. Я тебя вижу. Ой, ты сам испугался. Я думаю, на такой ради. Чик. Чпоникс выглянул. Никого нету, можем вылазить. Ну правильно, если я не могу пройти сквозь камеры дверь. Стоят. Да-да-да. Если я не могу сам сломать дверь, она слишком прочная, то тогда... Слышу, бежит. Чё, я думал, это Фокси. О, привет, лупоглазый, как дела? Какой лупоглазый? У тебя глаза лупоглазые. Всё, я... Иди, обиделся, давай. Позови своего батю, кто там у тебя батя? Я сейчас старшего брата позову. У тебя старший брат есть? Я слышу, кто-то топает. А, это я иду. Я слышу, кто-то бежит. Чика заскриптованно побежала. Чпоник исчезла. Все, эй, какой твой офис? Выходи, это мой офис. Ладно, я ухожу, я сейчас позову этого дедушку сейчас. Давай, у тебя дед есть? А кто у тебя дедушка? Дедушка Фокси? Нет, кто? Кое-кто дедушка пострашнее. Фредди? Нет, кое-кто пострашнее. А кто там пострашнее есть? Я никого не боюсь, я же охранник-убийца. Хорошо, а если у тебя прям перед лицом появится огромный аниматроник, ты испугаешься? Да. Вот все. Слышишь? Знаешь? Да, слышу. Это псих какой-то, убийца. Я тоже стрёмный звук появился? Да. Так, а ты где? Я тут ещё летаю. О, все, я тебя нашел. Эй, ты меня не можешь найти. Застынь, я тебя не трону. Давай. Ну все, стой на месте, я за тобой слежу. Я тебя не вижу. Эй, я вижу, психичка пришла. О, я могу в шкаф, что ли, залезть? Эй, ты что за конченые звуки издаешь? Какие звуки? Ай, я не могу тебя дамажить или дамажу? Да ты бьёшься больно. Эй, иди сюда. Я тебя тоже буду бить. А я не умираю, да, вроде бы? Кто кого? Аниматроник против охранника. Я тебя вроде не дамажу, да, Ярик? А тебе больно? Да, у меня дамаг уходит. Сердечек. У меня полная. Ты мне не дамажишь, Ярик. О, дамажишь. Я сейчас еще раз ударю. Стой, не бей, пожалуйста. Все, я пошел, пока, я сейчас позову. Ты не пройдешь. Знаешь, что такое говорят, типа счастье с небес прям валится. Да. Вот сейчас подойди там, где ты поджег. Вот прям туда вот подойди. Иду. Вот подойди на то место давай. Стою. Вот смотри. А ты говоришь, счастье с небес не валится. Ого, ты страшно. А где ты взял такую марионетку? А тебе какая разница? Ничего себе. А я себя не вижу, а что, вампир? Не знаю, я тебя вижу. Да больно же, наверное. Ты горелый кусок говна. Эй, не называй меня так. А ты можешь сгореть в огне? Да, я могу. Я сейчас взорву динамит. Тебя сейчас взорву. Иди отсюда. Я ухожу. Давай, 3, 2, 1. Все, ушел, хорошо. Чпоникс. Чекаем. Убийцы нету этого неадекватного. Неадекватный аниматроник ходит. Будьте осторожны. Сбежал со психушки. Я вижу, он стоит за углом, смотрит на меня. Опа, другого взял, я вижу, за угол. Опа, летающий Фредди. А ты откуда знаешь, что нет? Ну ты исчез, значит, ты где-то появился. О! Опа, есть. А как ты звуки издаешь? Он сам по себе рандомно? Да. Тебе, кстати, нельзя на меня смотреть. В оригинале он убивает, если ты на него смотришь. А, все, я отвернулся. А если я сзади сейчас появлюсь? Я буду отворачиваться до последнего.
Ну ладно, я тут тебе подарочек оставлю, надеюсь, ты не будешь против. Давай. Я тебя сейчас убью. 3, 2, 1. Эй, Ярик, мы так... Я же добрый. Я вижу, какой ты добрый. Все, я тебя взрываю. Беги, Димка, беги! Я свалил, я свалил. Ого, там жахнуло. Не, Ярик, так меня не убьешь. ПВП, аниматроник против охранника. 3, 2, 1. Погнали. Давай. Что, вот так все просто или... Я тебя убил? Нет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали в Майнкрафте пилпак, где можно вселяться в аниматроников. Мы вам покажем очень много штук, 60 аниматроников. Если тебе хочется, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Что, возможно тебя вообще убить? Да! Эй, мы так не договаривались! Так, следующий у нас кто идет? Бонька. Поняшкин. Довольно-таки очень классный персонаж. О, меч. Держи. Спасибо. Будем мочить сейчас тебя. Так, тихо, не психуй. У нас очень много аниматроников ждет впереди. Давай, мочи. Не мочи, стой. 2,5 сердечка. Получается, у них урон у всех одинаковый. Классные текстурки. Кстати, мы записываем с шейдерами. Видите, как вода отображает. Но это шейдер не тот, который мы в тот раз записывали, а другой. Тоже более прикольный. Так что держи, Ваня. Эй, ты не убиваешься? Ха-ха-ха, по башне, но... Чпонь, такой звук классный. Это Кэнди из 5 ночей с Кэндис. Так, очень прикольно смотрится. Текстурки очень проработанные. Записываем, кстати, на более высшей версии Майнкрафта. Проходит урон? Я это не понимаю. Вот так вот. Так я скидываю тебе. Проходит. Проходит. Ладно, давай не будем убивать. Стой, ты очень мощная. Давай дальше показывать. У нас их 60 штук. Надо максимально больше показать. Так. Кстати, некоторые издают звуки. Обезьяна, макака. Макакевич. Она ничего не делает. Просто ходит. Очень прикольный скин. Он просто существует. Так, давай дальше. Более интересные есть там персонажи. Я знаю. Чпоньк. О, вот это уже вообще интересный персонаж. Чика. А ну-ка, звуки издает. О, кстати, анимацию ходьбы покажи, нашив быстро бегает. Ой, нашив, 2 раза вперед. Побежала. Так прикольно. Это реально угар. Смотрите, как походняк. А я иду на работу в пиццерию. Не, прикольно, такой, знаешь, анимация очень глупая, но прикольно смотрится. А с шифтом медленно ходишь? Ну так более реально уже, да? Так, давай следующего аниматроника, более прикольного. Она прям как Майкл Джексон. Ну. Это похоже. Тоже, это Сити из 5 ночей с Кэндис. О, дождь пошел. Пусть будет даже дождь, так интересно. Мягко говоря, сестра Кэнди. Либо девушка, не знаю. Воу, даже гром, вы слышите? Да, вон там молния. А мне кажется, в тех частях этого не было. А тут есть. В пустыне нет дождя. Там сафари. Там сафари. Вообще, с шейдером очень круто смотрится. Так, давай следующего аниматроника. Чпоньк. Это The Joys of Rachel. Прикольный. Кстати, он такой большой. Ого, тебя хвостяра. Собакин. А ну-ка, походи на шифт. Ой, побыстро побегай. Ты слышишь, у него звук изменённый, да? Как у аниматроника сделаны. Да. Металлический звук. Он еще так бегает, как будто правда по песку бегает. Ну да. Может, снять потом какой аниматроник самый быстрый? Но мне кажется, они одинаково, да, бегают? Или кто-то быстрее? Да, не по-разному. Тихо. Все, не мочу, утони. Терминатор всплывает, жидкий металл. Собакин, крякин. Давай следующего. Чпоньк. Воу. Кстати, текстурки ничем хуже, чем даже в Гаррис моде. Вот согласитесь, реально круто сделано. Люди старались. Ту-дум. Пафосный такой старичок. Это мой брат. Да, кстати. О, и можем снять рубрику «Какой аниматроник настоящий?». Блин, все, миллион идей. Все, не спойлерю. Так, ну что, побежал?
А ну иди сюда. Так, давай следующего. Там есть более интересные персонажи. О, вот это вообще жирно, да, эндоскелетик? Ну это да. Поновее модель. Это просто эндо вроде, да, называется он? Это эндо 2.0. Ну да, это поновее эндоскелет получается. Воу. А звуки не издает? А-а. Они не все издают, но какие-то издают. Фредди я точно помню, тоже звуки, и Фокси. Так, давай следующий, у нас там много еще. Во. Ну круто же проработано, ну. Вот это Фоксиушки. Вот это ну, классно. Так, давайте погоду очистим. У нас тут все заготовлено. Смотри, как он бегает. Ой, Фредька сидит. Кстати, я знаю, что еще есть моды на маску. Можно маски одевать. В головы именно. О, звук издает. Привет, Фердюшки. Ой, куда-то я целюсь не туда. Хочешь прыгнуть? Вот это лицо стрёмное. Здесь есть будка. Тут есть будка Фокси. О, там скелет сходит. Так, что он еще там? Больше ничего не умеет? А-а. Так, давай следующего. О, Фредька, привет! Так смотрит, как будто на меня. А, так специально сделан, как будто на меня всегда смотрит. Прикольно, прикольно. Интересный, жирный такой. Эй, не дерись! Если будешь драться, я буду кусаться. Так, и чё, всё? Так, давай следующего. Плавай, Фредюшкин, да. Утопи, утопи. Так, это кто у нас? Это у нас Фредди? Обычный Фредди. То ну был да. Голден Фредди, а это обычный. Так, он должен звуки, походу, издавать. Надо просто подождать. Он смеяться же должен, по-моему. Не проходит урон. Тормозит. Вот, он правда на пиццерии идет. Да-да-да-да-да. Такой классный походяк. Ты голова, когда смотришь, не анимация такая непривычная мне. Кстати, обрати внимание, даже уши шевелятся при походке, да? Ну. Я пошла. Так, давай следующего, кто там еще есть? Чпоньк. Фредди с System Location. А ну-ка, обрати внимание, голова у зайца на руке тоже крутится вместе с твоей головой. Это прикол. Вот. Смотрите, это реально круто. Ну это прям, ну, чуваку респект, старался. А ну-ка, побегай. Слышишь звук робота есть? Ну да, прям. Этот прям круто проработанный. Лучше, чем те даже. Ну он смазанный, он новенький. Да-да-да. Андрей, иди в воду. Эй. Давай, плавай. Все. Даже не видно, вода вообще не просвечивает. Ого, психичка. Давай дальше, что у нас там есть? Воу, вот это прикол. Голден Фредди. Ну? Эй, на жопе хватит ездить, вставай. А ты что, на жопе только и умеешь ездить? Уго, у тебя с жопы дым идет. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А ну-ка еще погазуй на жопе. Нормально, гонщик нелегальный. Так, давай дальше, кто у нас там есть? Чпоньк. Вот. Да не, подожди. Прям да, вообще жердяевски сделано. У него прям лампочки в глазах видно. Так, а ну побегай. Он еще на Фантом Фредди. Так прикольно бегает. Рубите ночь, рубите ночь. Ночью все увидеть, можно обосраться. Нормально. Вышел в туалет так по делам, а тут вот стоит. Ну да, тогда же все так просто фигура будет. Так, кто у нас там дальше? Вот это она в развалочку. Ну вот прям вообще круто. Анимация, смотри, прям каждая рука шевелится. Анимация на высоте. Я даже не ожидал, что в Майнкрафте так реально можно круто делать моды. Так что у нас очень много серий впереди. Обзор очень много разных аниматроников и разных модов. Так, она звуки не издает? Должна. А ты можешь лево-вправо вверх головой просто покрутить? А, она целиком крутится. Я понял. Ого. Давай дальше. А вот о, Чили Пиздриха, привет! Психичка!
Ого, она крутится быстро, можно огонь разводить. Чё, она, я слышал, звуки прикольные издаёт, да? Да, она сам по себе издаёт. Ну и всё. Ух ты-то, она крутится. Давай дальше. Кто там будет? Жёсткий кто-то? Ух ты! Кстати, я этого не видела. Это кто? Как зовут? Это Red из 5 ночей с Кэндис. Не, это кто-то новенький такой. Я такого еще не видел. 5 ночей с Кэндис 3. Даже в Гаррис моде такого нет. Ой, это вообще, смотрите, открыто. В животе. Он звуки не издает? А-а. Но они сами по себе, да, вроде издают? Рандомно. Да, да. Очень классно. Давай следующего. Ой, я слышал, какой-то был звук. Вентилятор запустился у него. Да-да-да, что-то он издает. Ух ты! О! Вот это жердяй! Даже зубы, видите, в животе? Этот издает, да, даже. Фредбер. Пошел, пошел, пошел. Психопат! И голова вниз, смотри, и бежит. Как бык какой-то ненормальный. Эй, успокойся, псих. Кстати, звук ходьбы у всех разный, да? Да. Психичка, э. Вот это глаза. Дальше веселье. Давай. Ух ты. Ого. Как она бегает, ноги широко. Я не знаю, что разработчик так делал, но это прикольно. А я иду, иду работать в пиццерию. Маринетка психичка я. Опа, фук, скрылась. Ух ты, так резко выбегает, ты чё? Звуки она не издает. А чё у неё? А, это три типа когтя так сделали. Странно. Провода, провода. Ух ты. О, матрёшка. О, издает звуки. И всё? Он скрипит, когда бегает. Да-да-да-да. Он на колёсиках, по сюжету игры он на колёсиках. Если думать по логике, если его пустить, то он может пустить аниматроников, либо спасти. Ты знаешь, что его напоминаешь? R2-D2, Звездные войны. Только это российская версия, матрешка. Чпаник. Ух ты, вот это уже кабан здоровый. Нифига себе. Ты стрёмная. О, ничего себе, даже неожиданно, что даже музыку наложили цельно. Только смотри, это черная. Это уже сгоревшая манга. Да, да, да. Старенькая. Виктор Кошак, знаешь, что заготовь сразу? Готов потихоньку динамит, потому что мы будем испытывать скоро их. О, хорошо будет исполнено. Так, это кто у нас? Псих Плюштрап. Зубатый Чилипиздрик. Побежал, побежал. Ну-ну-ну. Прикольно. И уплыл. Давайте я возьму аниматроник, а то, знаете, мы записываем ролик. Так, следующая у нас марионетка идет. Превратиться, все легко и просто. Смотрите, я марионетка. Крутая марионетка. Виктор Кошак, давай, заготавлю бомбы. Мы сейчас по старинке все сделаем, потому что в один ролик нереально просто показать всех этих аниматроников. Мы показали половину, еще сколько штук. Ну че, Абдулла, поджигай. Отлетим подальше. Ну че, мегавзрыв? И дождь пошел. Ух ты! С вами Дима, Серега, Енот. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Сегодня мы играем в Майнкрафт на очень классной карте, потому что мы ее строили сами. Так, а мы хотим сегодня показать в этом ролике пиццерии FNAF, которую мы лично строили сами. Погнали, куда идти? Получается, прямо и направо. Уже отсюда видно, все очень круто смотрится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение, тем самым продлевая людям жизнь. У Сереги, как всегда, очень классные скины. Да. Это Робби Злобный. У нас еще есть Макдональдс вот там вот. Можем как-нибудь сделать его обзор. Напишите в комментариях, хотите, запилим обзор Макдональдса. У нас очень много здесь классных построек. Так, здесь у нас что указано? Кто эту пиццерию строил? На пиццерии работали Робли, Енот, Виктор Кошак, а также подписчики канала Димас ТВ. Спасибо всем, кто помогал. Пиксель арты от Виктор Кошьяк. Кошьяк. Вот она, кухня. А, не, ой, это игровые автоматы. Ну, на них можно готовить еду, да? Да. Вот.
сверху встаешь и готовишь еду. Так, все четко, пацаны, старались, видно, что не очень. Ну, классно, так, продолжаем. Здесь у нас туалеты. Да, сральники. О, кстати, давайте подрублю шейдеры, у нас есть очень прикольные. Не шейдеры, а текстурпаки. Сейчас, ребята, у нас сразу изменится игра в очень стилистику ФНАФа. Смотрите, теперь у нас это такие вот колонки, все четко. Все очень изменилось и круто смотрится. Продолжаем. Здесь у нас женский туалет и мужской. Понял. И еще есть кабинет директора. Рядом с туалетами. Да. Такой запашок, наверное, директор ощущает каждый день. Ну да, как-то очень несправедливо. Вот здесь туалета. Сидит, вот здесь сидит и работает. Ой. И наблюдает. Кто заходит и выходит. Идемте в самое главное, это офис. Посмотрим, что вы здесь в офисе настроили. Надеюсь, будет очень интересно. Да, прикольно. Здесь вот можно заметить это телевизор. В данный момент показывает. Здесь это, ну, одну из камер. Это вот повар готовит кушать пиццу. Надо очень издалека смотреть, чтобы это было на повара похоже. На игровом автомате повар готовит, гениально. Да. Так, а здесь подвал есть? Подвал. Да, есть, пошли. Идемте. Так, с текстурпаками круто смотрится очень. Так, крыша есть. Вообще по красоте. Давай. Все. В центр идем. И вот здесь вот есть вторая комнатка. Так, заходим. Так, здесь это подвал? Должна быть. Подвал. Да, вот вход. Ого, вы тут настроили, молодцы. Полноценный большой подвал. Да. Подожди. Здесь генератор это стоит, который подает энергию. Энергию во всю пиццерию. Пасхалочка номер 3. А в чем пасхалка? Просто табличку найти? Нет, то, что саму комнату угадает рычаг, какой правильный. А-а-а. Там не все рычаги правильные. Да. Надо правильно уметь сделать еще, да? Система ниппель. Да. Так, это у нас пиццерия ФНАФ. Это специально светлая. FNAF это FNAF 1, это да, светлая. Тоже? Это нет, это FNAF 2 уже. FNAF 2, Димас. А, я понял, перепутал. Так. Его чисто... наш офис. Ну, главное, чисто... наше рабочее место. Чисто светлая пиццерия, где очень-таки, довольно-таки проработано, очень сильно. Да, чувак старался. Сразу видно, что он умеет строить. На ней старался один человек, Дим. Один? Один человек старался. Да. Да. Но он построил не хуже, чем вы движухой. Ну, мы движуху, мы в 2 человека строили. Мы сделали хоррорную версию вторую. Да. Не такую проработанную, конечно. Здесь прям, знаешь, много деталей. Очень круто смотрится, да. Все, мне нравится. Респект ему. Да, даже смотри, здесь даже есть вон балумбой, где он обычно и стоит. Сейчас. Дим. Мы еще здесь посмотрим, давай вернемся. Вот балумбой. Вон он, балумбой стоит. Ладно, пусть будет балумбоем. Это мне нравится. Круто. И мы можем сколько серий теперь записать? Аниматроники пугают охранника. Это пиццерия. Если что, эта пиццерия получилась в размере 1:1. Щетка, да? Комнаты как есть. Да. Здесь вентиляция, по которой ползет спрингтрап вонючий, зеленый, засранец. Вот. Ой, это вообще крутая пиццерия. Это пиццерия FNAF 4. 4. FNAF 4. Дим, иди снаружи. Иду. Снаружи иди. Иду. Это не просто музычка. Коробка, это целый дом. Во, да. Так это же оригинал вы построили. Только дом должен быть двухэтажным вообще-то. Да, второй этаж есть. А, понял. То снаружи кажется, что один этаж. Так, давайте пройдем, второй посмотрим. Второй этаж есть, но он не стройный. Понял. Ого, вы там настроили халабуду. Лабуда. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что вы. Один вход, как обычно, да? Да. Да. Окон мало сделали, мне кажется, да? Или так и должно быть? Так вроде и должно быть. Без окон? Что мы видели. Не, понял. С одной стороны. Так, я зашел вовнутрь. Вот кто строили люди. Фенеоникс и ФНАФЧИ. Ой, этот. И Бизар. Так. Прикольно, здесь прикольно, сейчас найдем. Ну. Все по четкому, да, сделали? Да. Да. Молодцы. Классические комнаты. Комнаты.
Даже, смотри, Дим, я специально для твоих подписчиков показываю. Это пока что в разработке. Так. Смотри. Секрет. Заходи. И что это? Воу. Опа. Это что такое? Это ух ты. Sister Location должен быть. А, подземный? Это пасхалка такая. Так, я вижу, вы много сделали похожего, чуть-чуть осталось доделать. Хотя что, да, вы все сделали, вроде нет. Так, вот тут надо нажимать. Кнопки. Здесь еще много чего работать надо. А здесь уже все, тут это не доработали уже. Основное там комнаты, фонтан. Вот, у нас тут только одна локация проработана. Давайте покушаем. Абрегейшн. Вот. Здесь только вот сцена, смотри, там, где сама Фейтам. Там. Фантайм. А у нас есть хоррорная версия. Давайте хоррорную версию с мигающими лампами, я помню, FNAF 2 есть. Ребята, сейчас будет самая прикольная пиццерия, которую ребята старались там редроками выставляли, все, да, чтоб мигало. Но надо починить механизм. Кто поломал механизм новый? Чанки. О, смотри, работает, чего ты? Да. Это все работает, ты нажимаешь просто на кнопочку, и оно все загорается, вот. Так. Здесь, как обычно, вот... комната, должны столы стоять, ну то ладно. А вот если ты зайдешь в зал, Димас, то ты увидишь там очень интересное. Давай. Я могу сейчас починить по-бырому, это очень быстро все делается. Давай. Да и так нормально все, чё? Не-не-не, там... мигало. Мигало, как это, в классической пиццерии FNAF 2. Там же мигал свет. Прям по глазам, да, бьет? Да. Давай енот. Так, мы пока посмотрим. Всё, отправился, да? А туалеты где? Туалет там, где должны быть. Мигает, Дима, смотри. О, все, сделал, молодец. Или это чувак там летает сверху и рычаги клацает? Не-не-не. Вот, сейчас можешь вылететь? Тут да будет. Я верю, я пошутил. Так, это последняя пиццерия или еще какие-то есть? Это последняя, да. Самая такая интересная. Ну, еще есть пиксель-арты твоих подписчиков, но это никак не связано с пиццериями. Вот, ну что, как, ребята, вам? Напишите в комментариях, какая больше всех пиццерий вам понравилась. Ну, а мне понравилась та, которую чувак сам строил. FNAF 2, она очень крутая. И чувак, видимо, такой, знаешь, у него есть талант. Мне третья понравилась, прям, ну, это передает... запах. Передает вид самой пиццерии с третьей части FNAF'а. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Робби, Виктор Кошак и очень много классных подписчиков и подписчиц. Скажите классные слова. Всем привет! Всем привет! Димас, привет! Мы сделали голосование в нашем YouTube-канале ВКонтакте и 85% проголосовало, чтобы мы записали Майнкрафт. Мы записываем его не просто, мы записываем с шейдерами, разными классными текстурами. Вы сами видите, как все очень круто смотрится. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайк на канал Димас ТВ и подпишитесь, это уже подписчик сделал классные постройки. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. У нас пиццерия FNAF 1, будем ее изучать и вместе смотреть. Да, очень круто все смотрится с шейдерами, это просто нереально классная картинка. И все довольно-таки оптимизировано. Так, пацаны, что вы видите в этой пиццерии? Тут можно свет клацать? Нет, клацать. Серега, застройка на ход. Так, дверь еще. О, тут... Так, не работает. А работает дверь? Оу, тут полноценная пиццерия рабочая, да? Калитка работает, свет включается. Офигеть. Так, давайте продвинемся сюда, посмотрим. Так, здесь должна быть столовка у нас. Да. Отлично, все по умолчанию. Так, а что в ящиках? Ну, пусто, чисто поржать. Так непривычно. У меня даже худ измененный на серый такой, очень приятный. Так, что у нас тут-то? Тут у нас аниматроники стоят. Два, правда. Во, они такие большие по сравнению с нами. Какие-то нереальные. Пастыри какие-то. Ну, Серега, он добрый вроде бы. Провода сделана. Кстати, я скажу, что очень крутой мод. Мы скачали для вас. О, привет. А что тут? Здесь трупаки. Они что, уже мочат? А ты подойди близко, вплотную. А ничего не будет. Ах ты обманщица, я испугался, если честно. Нормально. Так, Серега, а что еще тут есть?
Вот. Здесь головы чьи-то. Воу, смотри, здесь какой челик стоит красивый. Так, он еще нет? Нет, все четко. О, блин, он настоящий! Серега, ёкало-манекало! А чё я когда этот отворачивался, он на меня не агрился? Что за бред? Чё за звук? Это чё, Чика жила? Да. Офигеть, ты чё? Ненормальная что ли, Чика? Она живая? Она агрится? Не знаю. А ну, давайте отвернёмся. Все вместе, отвернитесь. Нет. Отворачивайтесь, сыкуны. Нет, она его захавала, Димас. Ну, она что, выхавает? Да. Бей. Нет, я думал, она его схавает все-таки. Я думал, что можно просто... Она схватила, ничего нельзя сделать. Получается, если ее лупашить, она бросает. Оф, замочили ее. А что у нас тут? Фокси должен стоять. Фокси, вылазь, подлый трус. Опа, Фредди ржет. Офигенно, даже звуки оригинальные наложены. Смотри, убили и Фокси. Вы что, ненормальные что ли? Я иду в офис, ну нафиг. Так, это свет включить, пусть работает свет. Ого, насколько. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Если ролик соберет 1000 лайков, мы запишем еще ролик по Майнкрафту. Также самое интересное, как вы любите. Ну ты жопа. Опа, классно, что я тут спаун себе поставил. А я могу закрыться? А вы не проверяли, открывают они двери или нет? Пингвин, кто это? Птица-пингвин? Дикий пингвин на трех лапах. Тоже не мотроник какой-то. Опа, он дамажит, наверное, тоже. Ого, что-то очень много. Давайте на столе стоять. Стремновато. Давайте худ подрубим, чтобы никнеймы видеть хотя бы. Серега, а ты где? Я тут, Димас, тут это, Фредди, походу. О, у тебя это, классный скин. Спасибо. Прикольно, мне нравится. Подходит твоему нику, Робби. А чё этот Фредди, он живой или нет? Вот, блин, он же был не настоящий. Прикольно сделали по-своему скримеры. Ого. А это чё, спринтрап? Да. А сколько вообще аниматроников у нас получается? Скачали мы. Виктор Кошак. 12 или 13. Ого. Ребята, давайте, если хотите, напишите в комментариях, мы сделаем обзор на этих аниматроников. Прям полноценный, да, Серега? Да, можем, спокойно. У них же у каждого свои способности разные. Да. Ого, он фигачит. Дайте я его тоже побью. Вы так бьете его, и меня хочется его побить. Вот жопа, бейте, он меня сейчас сожрет. Вот жопа. О, убили! Блин, спринтрап схватил! Вот ты жопа! Офигеть! Как эта пиццерия стрёмная. Зашли сюда прогуляться. Он не агрится. А кто там? О, баллон-бой! Прикольный челик. Димас, пошли в бухту пошли. А чё за бухта? Зайди в бухту. Давай. О, так полы прикольно отражаются. Пока. А чё пока? Ничего не пока. Это ловушка. Они не могут телепортироваться или могут? Мы просто, я не знаю, вы их просто лупашите. Марионетка должна, походу, тпхаться. Может быть. Ого, их сколько. Слышь ты, чё стоишь? Эй, не хватай. Можно, кстати, назад нажимать и отходишь. Вот смотрите, назад жму. Ага. Это не работает так, это так не работает. Ого, так тебе... О, я вырвался. Чё, может, давайте это, мечи возьмем? Есть Давай. Мечи? Серега, дай меч какой-то мощный. Нифига себе их лупашат. Опа, лопата. И что это за кренделя? О, крючок! От Фокси. Я сейчас зафигачу. 7 мечи. Ага. А ну иди сюда. А я могу... А, получается крючка не видно, я могу бить, если F1 нажимаю. Круто сделано.
А откуда это ты, падла, взялась? Нифига себе, она мощная. Офигеть. Спамнятся и спамнятся. Я, короче, валю наш офис. Закроюсь там, посижу. Ах ты жопа. Не дает мне сделать это. Так, надо обойти. А тут нема вентиляции такого? О, Серега. Да. У меня есть кое-что. Ну блин, тварь. Жопа. Ну блин, тварь. Ну блин, а. Я ее запомнил в лицо. Серега, дай динамита, будем динамит, короче, и поджиг мне дай. Сейчас я покажу, что надо делать. Это же, вы думаете, что только в Гаррисфорде можно взрывать? Димас, держи. Только в Гаррисфорде, думаете, можно взрывать? Можно и здесь все взрывать. Так, давайте начнем не с офиса, а офис оставим. Давайте начнем отсюда взрывать. Где эти подлюки? Я хочу их повзрывать. Я всем дал. Давай, взрывайте. Все, подрывайте часть, сразу все не надо. Частями будем взрывать. Ах ты жопа, мне жопа. Взрывайте! Ого! Офигеть, что творится! Офигеть, надо валить. Давайте отсюда посмотрим, динамит сейчас взорвется. Как с шейдерами вообще будет взрыв идти? О, прикольно. Дождь пошел. Ого, их сколько внизу. Надо активировать динамит как-то. Во-во-во, пошло. Ой-ой-ой, даже лужи появляются. Офигеть. Это было жестко. Хороший шейдер скачали. Даже лужи, представляете, есть? Смотрите вдалеке как. Вот сейчас вот вообще не похоже, да, на Майнкрафт? Ну просто круто смотрится. Просто отлично. Опа, пошло. Ребята, мы как всегда в своем репертуаре любим повзрывать пиццерии. Ого, я свалюсь сюда лучше. А как его активировать? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, красиво смотрится. Вот это мы расфигачили. Кстати, хочу, ребята, сказать, что этот... У нас еще на этой карте есть пиццерия FNAF 3. Идемте туда, ее взорвем тоже. Просто так. Просто я не... Такое ощущение, что у меня RTX подрублено. Отражается очень круто все. Смотрите, как классно смотрится. Мне вообще непривычно, что в Майнкрафте такие моды допилили. Идет очень оптимизировано все. Не лагает. А кто-то играет с шейдерами сейчас или нет? Я тоже. У тебя тоже отражается лужи меч классно так? Да. Это реально круто. Хочется просто стоять и наблюдать. А можно солнечную погоду резко залупашить? Да. Так, это пиццерия FNAF 3. Давайте перед тем, как взрывать... Мы зайдем в нее вовнутрь. А, ну уже поздно. Ну нормально, мне нравится. Ой-ой-ой, сейчас упаду в яму. Вот это мы оставили пиццерии, ничего. Эй, я буду все взрывать. Не мешай взрывать новые динамиты. Смотрите, как свет рассеивается. Вообще не похоже на Майнкрафт. Просто не похоже. Ну что, будете бахать? Давай бахай, это тебе. Твоя задача. А, у меня нет этого поджигателя. А, уже есть. Давай. Погнала. Сейчас будет мега взрывчик красивый. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас и очень много классных подписчиков. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Уже радостно как-то на душе. Я обещал на стриме, что мы будем сегодня снимать Майнкрафт. Классный режим битва строителей. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А первым будем строить аниматроника, который больше всех нравится. Всем ребята тоже нравится, ставьте лайкосик, посмотрим сколько нас. Я вот какую-то не аниматроника, а курицу строю. А если... А, так это Чика тогда будет, если курица. Так, у меня все, короче... У меня все постройки одинаковые, они все плоские. Давайте мы ему живот сделаем. Чтобы с животом был. Так, кто-то уже бегает. Это птица летает. Ты чё тут летаешь? Это не птица, это чайка. О, летучая мышь. Летучая мышь, попугай, да. Очень похожие между собой. Бля, так радуюсь, как будто я выиграл 1 000 000 долларов. Так, после стрима всегда хорошее настроение. Так что, кто пропустил стрим, заходите и смотрите. Так, ну я уже думаю, уже похоже на аниматроника наполовину. Да-да-да, и не говори. Ч.
Чикс. Офигеть, ого, художество. Все четенько, ребята. Все будет сейчас по красоте. Будем оценивать и смеяться вместе с вами. Я представляю, что подписчики вечно... Особенно, знаешь, я умею классно строить. Потом смотришь его по стройке и думаешь, блин, где я родился? Так, 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 так. Я родился в Майнкрафте. Да. Все, у нас тетенька. Фисташка с нами первый раз записывает. Это девчонка, новая на канале. Да. Или старая, не, новая. Ну не обижайся, я просто люблю пошутить. Я не обижаюсь. Ладно, обижайся, я сейчас скажу, что плохое. Не, ну сейчас ты постареешь. Плохое уже, ты уже что-то сказал, давай хорошее. Так. Вообще старый пердун, кто-то там отзывается. Я старый. О, я помню, как мы в тех сериях строили стрекозу. Может как-то... Ребята, вообще напишите в комментариях, что нам в следующей серии построить. Потому что у нас иной раз... Не, у меня фантазии всегда хватает. Я бы сказал, что не хватает, но наоборот, чересчур. Так. Стрекозу, помню, мы строили. Так угарно было. И слоника. Но вторая у нас постройка будет вольная, а третью постройку мы что будем строить? Жирафа. Что-то у меня не... У меня какая-то стрёмная постройка получилась. О, господи! Нормально. Сейчас а мы ему, короче... Это сильно большой аниматроник. Не ссы. Его потом еще удалять надо, я помню. Так что сильно не стройте, вам реально потом придется удалять каждую постройку свою. Я его сожгу. Да? Ах ты же гальчик. Нам надо отдельного человека на запись найти, кто будет постройки уничтожать. Специально обученный человек. Поджигательный. Поджигатель, да. Абдулла, поджигай. Абдулла. Так. Абдулла и возьмем как раз. Так, уже чувствую смех и грех сейчас будет. Так, давайте мы ему выпученные глаза сделаем. Ой, у меня аж все хрустнуло. Так, так, так. Не ломайся. Не ломайся. Че, ребята, сколько вам осталось еще строить? Мне почти. Да, давайте, потому что не будем сильно затягивать время. Потому что сильно долгая запись получится. Голову осталось. У меня всегда получается эти, в кепках мужики, гопники, во. А гопники на районе? Нет, в районе. Чиньк, чиньк. О, я ему нос еще сделаю. Это реально угарный у меня аниматроник. Если бы моську побольше сделать, тогда две ноздри сделать. Давай, енот, добавляй голову маленькую, будем смотреть. Давай сразу глаза делай. Давайте ему поможем чуть-чуть, да? Давай, я тебе сейчас такое забабахаю. Ой. Ой, так давно не смеялся. Давайте тогда начнем с этой постройки, самой угловой. А вы, ребята, пишите в комментариях, чья постройка самая интересная. Так, говори имя и кто здесь строил у нас. Это у нас кто? Пикачу. Пикачу. Давайте будем угадывать, кто это такой? Это Фокси, да? Да, кошмарный это Фокси. Или обычный? Это кошмарный? Не, это обычный. Это обычный. Это ну, видите, сломанным сделать. У тебя получилось, крючок классно получился. Давайте оценим от 1 до 10. Я его оцениваю на 7 с половиной. Ладно, на 8 с половиной. 6. 8. Твердая семерка. Ты молодец, Серега. Так, летим дальше. Это кто у нас строил? Никита. Что это за Рахитка? Ко. Рахитко. Это тоже Фокси? Это тоже Фокси? А, у него крючок, смотрите. Это Фокси. От ну, меня съедают. Давайте оценим от 1 до 10. Я его оцениваю, ну, часто без обид, на пятерочку. На 4 даже. На 5. 5 твердо. Да, вот. Просто очень красивые пальцы на ногах. А так, в принципе, неплохо. Макака, если честно, какая. А ну, повелитель погоды, сделай нам день. Кто у нас там самый лучший? О, красава. Так, давайте следующую смотрим постройку. Кто у нас строил этого Фредди замечательного? Безрукова. Безрукова. Никитушка. А чё руки нет? Ты не успел достроить, да, наверное, просто? Я понял. Потому что время ограничено. Он толстенький. Толстенький кабан, я вижу. Я его оцениваю, ну, честно скажу, на троечку. Честно скажу, так без обид, ну, троечка. 6,5. Четверка. Хорошо. Давайте вот эту чику, которую мы уже одним глазком взглянули, рассмотрим ее со стороны. Это у нас строил... Енот. Енотушка. Ну что ты, красавчик.
Мало почему было. Она плачет кровью? Это получается Чика, да? Да. Ну, оцениваю тебе ее в 7, так как, в принципе, мало времени было. Семерочка. 5. Шестерочка с минусом. Ребята, пишите в комментариях потом каждую постройку, мы почитаем. И вообще всем будет интересно почитать, кто строил и участвовал в записи. Если вы хотите тоже с нами участвовать, заходите к нам в Discord. Ссылочка в описании. Ребята, вот моя постройка. Идите, летите. Это охранник. Ой, это доставщик. Это доставщик кексов, да? Дождь пошел, вы меня расстраиваете. Это баллон-бой. Ай, это баллон-бой. Шарик в руках, ну что вы не узнали его? Ваты. Это доставщик сахарной. Доставщик сладкой ваты? Да. Ой, блин, тогда она не смеялся. Ну, как вы оцениваете? Давайте. Ну ладно, пишите как есть, хоть смешно будет. Восьмерочка. С плюсом. Ну, ну вы не угадали, кто это, да? Не. Я сразу же сказал. Сережна, ну ты молодец. Красава. Какая-то она у тебя большая. А че у нее ноги рахи? А, в принципе, они всегда у нее как бы назад немножко, да? Да. А зачем ты и соски? Ладно, я... Это не соски, это пуговки. А, извини, я просто это понял. Их же там 3. Я, Серега, оцениваю твою постройку. Если сдалека, прям сдалека смотреть, очень сдалека. Ну и 8. Я на 8. Я ставлю твердую семерочку. Красава. Ну молодец, это прикольно сделал. Прикольно, десяточка. Блин, мой косяк, я тут не поставил один блок. Ладно, из-за этого косяка, поэтому 8, а так было бы 8.5. Так, ну что, ребята, сделали мы первые постройки от аниматроника. Следующая у нас тема, это свободная. Кто что хочет, тот и строит. Вводит, может, это будет... Я не знаю, можно будет его сделать большим? Сейчас проверим. Это очень примитивно и очень круто. Так, время пошло, отчитываем 3 минутки на постройке. Кто закончит, скажет... Так, поджигаем. Воу, получилось, ребята. Воу, давайте тогда увеличим его. Хочу больше. Блин, круто. Я не знал, что можно делать такие здоровые порталы. Короче, делаю портал для всей планеты. Так. Ну-ка. Все, ребята, я построил свою постройку. Вы знали, что такой портал можно большой делать? Я не знал. Да. Короче, это я построил челика, который в портал заходит. Да, челик идет в портал. Зомби какой-то. Ну, зомби, пусть зомби. Кстати, портал работает. Так, 9 из 10. Оценивайте, как оно есть. Это же свободная тема. Так что как есть, так и есть. 6 из 10. Пойдет. 5. Так, следующая постройка у нас крипер. Он очень какой-то няшный у тебя получился и добрый. Я, Серега, тебе делаю 9. Красивая постройка, мне понравилась. Узнаваемая сразу. 10. Просто милый крипер. Серега, чувствую, ты победишь, но еще это не конец. Так что, ребята, летим дальше, смотрим постройку. Это кто строил? Что это за летучая мышь? Это Бэтмен. Бэтмен? А там табличка есть. Табличка? А. Что там написано? Матюки какие-то опять. А, это фисташка строилась. Ну да. Логотип группы BTS. Да, ладно, пойдет тоже. Ну без обид на 3. Вот так вот, просто неузнаваемо, непонятно 3. 5. 2. Ух ты, злой учитель какой. Так, ладно. Оценили фисташку, оцениваем следующую. О, прикольно, кстати, у меня эта постройка нравится. 10 даю сразу. Постройка Егора. 10 даю, реально челик умеет строить. Так, Сережка. Давайте проверим ее на функциональность, можно ли добраться? Да, вот, лестница здесь. А, вот, я по лианам фигачу. Так, ребятушки, заходим, проверяем. Прикольно, прикольно. А еще выше есть? Да. А куда ты успел это построить? Ты че? Вот это он быстрый. Блин, тут как-то очень неуютно. Тесновато. Для одного. Вот это сразу, это 10. А я не знаю, что это за постройка. Это меч. Смотри, это меч. Ну круто. Твердая семерка. Прикольно, прикольно, мне понравилось. Так, следующая постройка у нас опять аниматроник, и это у нас кошмарный... Нет, это енот. Это енот?
Кошмарный. Ну, 8 из 10. Пусть будет так. 10 из 10. 9 из 10. Прикольно. Такой енот на задних лапах не... А, хотя ходит. Тебе надо было еще в руках это трусы типа стирает он. И это то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока. Серега, взрывай. Аля хатбар. И дождем потушило. Ух ты.